Всем привет и слава Украине! Вы смотрите и слушаете Рашкин-репорт у микрофона Юрий Рашкин. И это нужно знать. Эксклюзив от газеты The Washington Post под названием ⁇ Российские шпионы неверно истолковали Украину и ввели Кремль в заблуждение по мере приближения войны ⁇ это детальный разбор просчетов разных разведывательных управлений на основе новых документов. Перевод Дмитрия Абрамсона. Жмите лайки, подписывайтесь на канал и пишите, откуда вы смотрите и слушаете нас. Ну а мы начинаем. В последние дни перед вторжением в Украину российская служба безопасности начала рассылать загадочные инструкции информаторам в Киеве, «Собирайтесь и убирайтесь из столицы», — сказали кремлевским коллаборационистам, «но оставьте ключи от своих домов». Указания исходили от старших офицеров подразделений Федеральной службы безопасности ФСБ России с прозаичным названием «Управление оперативной информацией», но со зловещим заданием обеспечить обезглавливание украинского правительства и проследить за установлением пророссийского режима. Сообщения отражали меру уверенности в этом дерзком плане. Оперативники ФСБ были настолько уверены, что скоро будут контролировать рычаги власти в Киеве, по словам украинских и западных сотрудников безопасности, что последние дни перед войной они провели, обустраивая конспиративные квартиры или помещения в квартирах осведомителей и других местах для запланированного притока персонала. «Удачной поездки!» — сказал в перехваченных сообщениях один офицер ФСБ другому, которого направляли для наблюдений за ожидаемой оккупацией. Нет никаких подтверждений, что он смог добраться до столицы, поскольку планы ФСБ рухнули из-за отступления российских войск в первые месяцы войны. Сообщения, разоблачающие эти приготовления, являются частью большего набора секретных материалов, полученных украинскими и другими службами безопасности и изученных The Washington Post. Они дают редкий взгляд изнутри на деятельность ФСБ, разветвленной службы, которая несет огромную ответственность за провал российского военного плана и высокомерие, которое привело его в действие. Агентство ФСБ в сферу деятельности которого входит внутренняя безопасность в России, а также шпионаж в бывших советских республиках, провело десятилетие шпионе за Украиной, пытаясь коррумпировать ее институты, подкупая чиновников и работая над тем, чтобы воспрепятствовать любым намекам на дрейф в сторону Запада. Ни один из аспектов разведывательной миссии ФСБ за пределами России не был важнее, чем внедрение во все слои украинского общества. И все же Агентству не удалось вывести из строя украинское правительство, спровоцировать какое-либо подобие пророссийских настроений или помешать президенту Владимиру Зеленскому удержаться у власти. По словам украинских и западных официальных лиц, аналитики ФСБ либо не понимали, насколько резко Украина даст отпор, либо понимали, но не могли или не хотели донести такие трезвые оценки до президента России Владимира Путина. Позор российских военных в значительной степени затмил провалы ФСБ и других спецслужб, но в некотором смысле они были еще более непонятными, серьезными последствиями почти для каждого военного решения Кремля, заявили чиновники. Русские ошиблись на километр, сказал высокопоставленный американский чиновник, имеющий постоянный доступ к секретным разведывательным данным о России и ее службах безопасности. Они развернули целую военную операцию, чтобы захватить стратегические объекты, которые они не могли себе позволить, сказал чиновник. Ошибка России была действительно фундаментальной и стратегической. Службы безопасности Украины заинтересованы в дискредитации российских спецслужб, но ключевые детали из этого пакета документов были подтверждены официальными лицами западных стран. Файлы показывают, что количество работников подразделения ФСБ, ответственного за Украину, резко увеличилось за несколько месяцев до войны и рассчитывало на поддержку обширной сети проплаченных агентов в аппарате безопасности Украины. По словам официальных лиц, некоторые выполнили задачу и саботировали оборону Украины, в то время как другие, похоже, прикарманили деньги ФСБ, но отказались выполнять приказ Кремля, когда начались боевые действия. Есть записи, которые добавляют загадочности в российских просчетах. Обширные опросы, проведенные для ФСБ, показывают, что большие слои населения Украины были готовы сопротивляться российскому вторжению, и что любые ожидания того, что российские войска будут встречены как освободители, были необоснованными. Несмотря на это, по словам официальных лиц, ФСБ продолжало, так сказать, кормить Ре Кремль радужными оценками о том, что украинские массы будут приветствовать прибытие российских военных и восстановление дружественного Москве режима. В ГРУ и в вооруженных силах было много принятия желаемого за действительное, но все началось с ФСБ сказал высокопоставленный сотрудник Западной службы безопасности, используя аббревиатуру ГРУ для главного российского разведывательного управления. Ощущение, что их будут встречать цветами, это была работа ФСБ. Он и другие сотрудники Службы безопасности Украины, США и Европы говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить секретные разведданные. По словам официальных лиц, придерживаясь этих ошибочных предположений, ФСБ отстаивала план войны, основанный на идее, что молниеносный штурм Киева свергнет правительство в считанные дни, Зеленский будет мертв, взят в плен или окажется в изгнании, что создаст политический вакуум для агентов ФСБ. Вместо этого оперативники ФСБ, которые в какой-то момент достигли окраин Киева, были вынуждены отступить вместе с российскими войсками, заявили украинские сотрудники безопасности. По словам чиновников, вместо того, чтобы руководить формированием нового правительства в Киеве, ФСБ теперь должно отвечать в Москве на сложные вопросы о том, чего добился ее длинный список операций против Украины и большие суммы, которые это финансировали. ФСБ не ответила на запросы о комментариях. Планы ФСБ и усилия силовых структур Украины по их срыву при поддержке ЦРУ, британской MI6 и других западных спецслужб являются частью теневой войны, которая разыгрывается параллельно с военной кампанией России. Это конфликт, который разгорелся задолго до вторжения 24 февраля, и его линии фронта размыты запутанными переплетающимися историями российских служб и украинских коллег которые начинались с советского КГБ. За шесть месяцев войны ни одна из сторон, похоже, не имеет явного преимущества. Структуры безопасности Украины одержали заметные победы. Ранее одна украинская неправительственная организация опубликовала то, что она назвала списком оперативников ФСБ, связанных с военными действиями, разместив личности и номера паспортов десятков предполагаемых шпионов, чтобы сорвать планы агентства и напугать его персонал. Человек, связанный с общественной организацией «Миротворец», сказал, что данные были получены службами безопасности Украины. Человек рассказал на условиях анонимности, сославшись на угрозы его безопасности. В то же время Главная служба внутренней безопасности Украины, СБУ, изо всех сил пыталась избавить свои ряды от российских кротов и диверсантов. Несколько высокопоставленных офицеров были арестованы и заклеймены предателями Зеленским, который в июле предпринял экстраординарный шаг, сместив директора СБУ Ивана Баканова, друга детства, со своего поста. Считается, что Путин не предпринял аналогичных действий против кого-либо из руководителей своей разведки, несмотря на масштабы их ошибочных суждений. Если ваши службы безопасности уделяют такое большое внимание пониманию Украины, и ваш военный план основан на этом понимании, как они могли так ошибиться, сказал Уильям Б. Тейлор-младший, который дважды занимал пост посла в США в Украине, в том числе исполнял обязанности в 2019 году. Как они могли предположить, что украинцы не будут воевать, что президент Зеленский не будет так доблестно сопротивляться, Раскол должен быть где-то между ФСБ и самой верхушкой. Среди тех, кто планировал прибыть в Киев в конце февраля, был Игорь Коваленко которого Украина идентифицировала как высокопоставленного офицера ФСБ, который в течение многих лет был основным куратором некоторых из самых известных украинских политиков и государственных чиновников, тайно получавших зарплату Кремля, включая членов оппозиционной партии под председательством Виктора Медведчука, близкого друга Путина. Разговор Коваленко с подчиненным ФСБ 18 февраля предполагает – что он положил глаз на квартиру в киевском зеленом районе Оболынь с видом на Днепр. Из перехваченных сообщений видно, что Коваленко запросил адрес квартиры и контактные данные осведомителя ФСБ, который в ней проживал. Украинские власти заявили, что житель был впоследствии задержан и допрошен. Подчиненный Коваленко дал адрес, телефоны и кодовые слова для связи с информатором, который работал в правительстве Зеленского, сообщили украинские чиновники. Официальные лица отказались назвать информатора, но сказали, что он признал, что за несколько дней до вторжения получил инструкции ФСБ собрать свои вещи, оставить ключи и покинуть столицу, чтобы обеспечить свою личную безопасность на начальном этапе войны. Другие осведомители, задержанные украинскими властями, дали аналогичные показания, сказал один из чиновников. Им сказали, когда вы вернетесь, все поменяется. Подробности, опубликованные организацией «Миротворец» и подтвержденные украинскими силовиками, описывают Коваленко как 47-летнего ветерана разведывательной службы, который в последние годы отвечал за управление тайными связями агентства с украинским парламентом и основной пророссийской партией. Коваленко не ответил на запросы о комментариях. Украинские власти считают, что Коваленко мог находиться всего в нескольких милях от столицы в марте, сопровождая российские войска, которые тогда находились за пределами города. Но группа ФСБ, назначенная для организации операции в Киеве, была вынуждена отказаться от этого плана, когда российские войска начали отступление, заявили официальные лица. По словам официальных лиц, квартира на Оболоне была взята под наблюдение СБУ после того, как адрес появился в перехватах сообщений. Ни Коваленко, ни какой-либо другой сотрудник ФСБ так и не явились за ключами. Коваленко – старший офицер подразделения ФСБ, 9-го управления Департамента оперативной информации, основной задачей которого на протяжении многих лет было обеспечение раболепства Украины перед Москвой. Департамент курирует старший офицер ФСБ Сергей Беседа, который, по словам украинских официальных лиц, начал свою карьеру в КГБ в конце 1970-х годов и работал за границей, в том числе на Кубе, прежде чем вернуться в Москву, чтобы возглавить операции в Украине, в Грузии и в других бывших советских республиках. После того, как в конце 2013 года в Киеве вспыхнули протесты против пророссийского правительства Виктора Януковича, беседа появился в украинской столице, призывая Януковича применить смертоносную силу для подавления восстания, которое впоследствии стало известно как Майдан, заявили украинские официальные лица. Когда протесты победили, Янукович бежал в Россию с группой высокопоставленных советников, подозреваемых в том, что в последующие годы они работали с отделением беседы, чтобы вернуть к власти пророссийское правительство. За два года предшествующих февральскому вторжению этот проект приобрел новую актуальность. В 2019 году ФСБ приступила к значительному расширению своего украинского подразделения, численность которого прошлым летом увеличилось с 30 до 160 человек, по словам украинских официальных лиц, ссылающихся на перехваченные сообщения и другие разведывательные данные. По словам чиновников, для переманивания новобранцев из других подразделений ФСБ предлагала бонусы и бесплатное жилье в зданиях, прилегающих к учебной академии ФСБ на Мичуринском проспекте в Москве. Прибывшим офицерам были выделены территории в Украине, и им было поручено составить списки коллаборационистов для работы, а также противников для нейтрализации. Сначала эта волна рассматривалась как очередная авантюра, направленная на так называемое возвращение российского влияния в Украине, сказал сотрудник службы безопасности в Киеве, занимающийся отслеживанием операции ФСБ. Но, смотря назад, это могло быть ранним сигналом о том, что Россия, по словам чиновника, смещает акцент сформирования событий на Украине на подготовку ее захвата. По словам официальных лиц, по мере того, как в прошлом году ускорилась военная мобилизация в России, службы безопасности Украины были завалены дополнительными разведывательными данными западных разведывательных служб. 12 января в Киев прибыл директор ЦРУ Уильям Джей Бернс с подробным досье о планах России и группы сопровождающих его американских чиновников, которые стремились убедить Зеленского и его ближайшее окружение в неизбежности войны. Тем не менее, когда команда ЦРУ уехала, руководители украинской разведки собрались с Зеленским, чтобы провести последующий брифинг, который был гораздо более двусмысленным. «Мы передали всю информацию, которой поделились американцы, без каких-либо изменений», — сказал участник. Но в то же время, по словам чиновника, «наша информация говорит о том, что русские не планируют войну в таком крупном масштабе, и этому суждению придавалось такое же значение, как и предупреждением ЦРУ». Последние недели перед вторжением были отмечены шквалом противоречивых отчетов разведки, избивающих с толку сигналов от европейских официальных лиц. Через 10 дней после визита Бернса британское правительство заявило, что у него есть цитата «информация, указывающая на то, что российское правительство стремится поставить в Киеве пророссийского лидера, поскольку оно рассматривает возможность вторжения и оккупации Украины». Конец цитаты. В британском досье пророссийский бывший депутат украинского парламента Евгений Мураев назван потенциальным кандидатом. Мураев отклонил это утверждение в ответе Associated Press, назвав его цитата нелепым и забавным. Конец цитаты. В британском заявлении также перечислены бывшие члены кабинета Януковича с обвинениями в том, что они были связаны с российской разведкой и что офицеры, с которыми они контактировали, цитата, участвовали в планировании нападения на Украину. Конец цитаты. Примерно в это же время украинские спецслужбы обнаружили признаки того, что оперативники ФСБ находились в прямой связи с российскими воздушно-десантными войсками, заявили официальные лица. По словам официальных лиц, такое прямое взаимодействие между ФСБ и воинскими частями было настолько необычным, что расценивалось как тревожный признак совместного оперативного планирования. Похоже, что это беспокойство было обоснованным воздушно-десантные войска России сыграли ключевую роль в захвате аэропорта в Гастомеле на окраине Киева в первые часы вторжения. По словам официальных лиц, это был ключевой узел для ожидаемого штурма столицы, и сотрудники ФСБ наблюдали там до того, как российские войска были вытеснены с взлетно-посадочной полосы. Однако другая, запоздалая разведка, похоже, поставила под сомнение идею о том, что Россия вообще была готова, не говоря уже о планировании полномасштабных боевых действий. В середине февраля служба внешней разведки Украины, СЗРУ, отправила агентов в Россию для проведения операции по наблюдению за воинскими частями – по словам официальных лиц, одна группа наткнулась на Потемкинскую деревню российской техники с десятками припаркованных танков в сопровождении небольшого отряда охраны. Поблизости не было ни операторов танков, ни ремонтных бригад. В другом месте украинские шпионы наткнулись на сцену дисциплинированного беспорядка, ряды застрявших российских автомобилей в сопровождении военнослужащих, которые обменяли топливо и другие припасы на алкоголь. Многие из них были пьяны, сказал украинский чиновник, который ознакомился с отчетами о том, свидетелями чего стали украинские шпионы. Эти сцены вызвали сомнения у советников Зеленского по безопасности, некоторые из которых по понятным причинам не были склонны верить в то, что дни их страны сочтены. Даже сейчас, спустя месяцы, многие продолжают выражать недоверие к тому, что Россия так плохо подготовилась. Европейские официальные лица также остались скептичными. В Киеве 8 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что получил от Путина личное заверение в том, что Россия не будет обострять ситуацию. Глава германской разведки Бруно Каль за несколько дней до этого заявил, что решение Путина о нападении, цитата, «еще не принято», конец цитаты. Каль находился в Киеве в день начала вторжения, и его пришлось эвакуировать на машине в Польшу. В конце концов, многие представители Украинской службы безопасности полагали, что наращивание военной мощи России было в значительной степени психологической уловкой, а не сигнал, что Москва может использовать ракетные удары и вторжение воздушно-десантных подразделений и элитных подразделений спецназа, чтобы свергнуть правительство, которое она считала шатающимся. В то время рейтинг одобрения Зеленского упал примерно до 26%, поскольку Украина столкнулась с энергетическим кризисом и давлением на свою валюту, которое официальные лица приписали российскому саботажу. Мы не предполагали какого-то классического вторжения в стиле Второй мировой войны с танками, артиллерией и пехотой, сказал высокопоставленный представитель Украинской службы безопасности. По его словам, Украина ошибалась в намерениях России, но даже Москва, возможно, не предвидела крупной сухопутной войны. «Они ожидали, что кто-то откроет ворота», — сказал чиновник. «Они не ожидали никакого сопротивления». В интервью The Washington Post в этом месяце Зеленский сказал, что задолго до вторжения Россия вела, цитата, гибридную войну против нашего государства. Был энергетический удар, был политический удар. Конец цитаты. Украинская СБУ, как и ее российский аналог, является прямым потомком КГБ. Она занимает бывшую штаб-квартиру КГБ в Киеве, организована вокруг той же бюрократической структуры, что и ее советский предшественник, и в ней работает неназванное количество офицеров, прошедших обучение в Академии КГБ в Москве или ее преемница ФСБ после распада СССР. Запутанные истории агентств приводят к зеркальности конфликта. Нынешние и бывшие сотрудники Украинской службы безопасности говорят, что опасения о лояльности даже высокопоставленных сотрудников являются источником постоянного беспокойства. Один чиновник сказал, что на второй день войны он взял свой телефон, чтобы начать звонить подчиненным, чтобы передать приказы. Но он колебался, когда набирал номер, сказал он, опасаясь, что его звонки останутся без ответа или выявят, что старшие лейтенанты поддержали россиян. По его словам, он был ошеломлен, когда те, кому он звонил, не только отвечали, но и выполняли приказы с точностью и решимостью, которые были редкостью до конфликта. Это парадокс украинского государства, сказал чиновник. Считалось в том числе и самими украинцами, что существует высокий уровень коррупции, неэффективности и внедрения российской агентуры в украинские государственные структуры. Но после 24 февраля, по его словам, они не только работали, но и работали более эффективно, чем когда-либо. Конец цитаты. Он и другие приписывают большую часть этой стойкости примеру, который Зеленский подал своим решением остаться в столице. Его способность сделать это отчасти была связана с существованием массивного бункерного комплекса под киевским правительственным кварталом, который был спроектирован советскими инженерами и построен, чтобы пережить ядерный конфликт. Старший советник рассказал, что в первой неделе войны его отвезли на встречу с Зеленским, и он спустился в запутанный лабиринт туннелей и командных пунктов. Я до сих пор не могу вам сказать, где именно находится база Зеленского, сказал он, потому что комплекс представляет из себя такой лабиринт. По словам бывших американских чиновников, Украина предпринимала неоднократные попытки очистить свои ряды от российских агентов, в какой-то момент даже наняв офицера ЦРУ в качестве внутреннего советника по искоренению проникновений ФСБ. Но с примерно 27 тысяч сотрудников, что делает СБУ как минимум в пять раз больше, чем MI5, ее британский аналог, агентство изо всех сил пыталось преодолеть эту проблему. «Есть ли предательство? Что я могу сказать?» — сказал Зеленский. «При всей моей любви к Украине мы не без греха». По его словам, число тех, кто не лоялен своей страны, стране, цитата, «с годами сократилось», конец цитаты. Тем не менее, когда началась война, цитаты, были люди, которые работали на русских за деньги, и те, кто изнутри всегда ненавидел Украину и ждал возвращения Советского Союза. Конец цитаты. Несколько высокопоставленных офицеров СБУ были обвинены в государственной измене. Среди них бывший глава управления агентства в Херсоне на юге Украины, которого обвинили в том, что он приказал своим подчиненным покинуть свои посты, когда российские войска заполнили регион. В прошлом месяце украинские власти арестовали еще одного офицера СБУ, Олега Кулинича, который был поставлен на руководящие должности Бакановым, директором СБУ и другом детства Зеленского. Обвинения против Кулинича подчеркивают масштабность российского проникновения. Обвинения, выдвинутые украинскими властями, описывают его как члена ячейки спящих агентов, управляемый Владимиром Севковичем, бывшим заместителем главы Совета безопасности Украины, который в январе попал под санкции Министерства финансов США за работу цитата, с сетью агентов российской разведки, конец цитаты, для проведения операции влияния. За два года до войны Сивкович поставил задачу Кулиничу начать кражу секретных внутренних файлов СБУ, которые представляли бы так называемый оперативный интерес для спецслужб Российской Федерации, говорится в обвинительном документе. Согласно документу, они вдвоем вступили в сговор, чтобы помочь другому предполагаемому российскому шпиону взять под контроль управление контрразведки СБУ. Согласно информации, опубликованной сербскими властями, этот человек Андрей Наумов был арестован в Сербии в июне с наличными деньгами и драгоценными камнями на сумму более 700 тысяч долларов. Согласно украинскому обвинительному заключению, в ночь перед вторжением России Кулинич намеренно заблокировал распространение разведывательных данных, предупреждающих, что российские силы в Крыму должны были начать атаку через несколько часов. Решение Зеленского сместить Баканова с поста директора СБУ после ареста Кулинича было продиктовано раздражением из-за того, что ему не удалось, так сказать, очистить агентство от симпатизирующих России, заявил заместитель главы офиса президента Украины Андрей Смирнов. По прошествии шести месяцев войны, сказал он, мы продолжаем раскрывать массы этих людей. Баканов не ответил на запросы о комментариях. Связаться с Кулинич, Сивкович и Наумовым для комментариев не удалось. И, похоже, ни один из них не делал публичных заявлений по поводу выдвинутых против них обвинений. Всего в Украине задержано более 800 человек, подозреваемых в пособничестве России путем разведки или диверсии, по данным МВД Украины. Власти также приняли меры против подозреваемых агентов влияния в правительстве, парламенте и политике. Главным среди них является Медведчук, председатель оппозиционной партии, который настолько тесно связан с Путиным, что российский лидер является крестным отцом его младшей дочери. Украинские официальные лица описали 68-летнего Медведчука как смекалистого политического деятеля, который сам лелеял амбиции занять высокий пост и, вероятно, стал бы кукловодом любого режима, установленного Кремлем. Правительство Зеленского обвинило Медведчука в государственной измене в мае 2021 -го года и поместило его под домашний арест. Медведчук отрицал какие-либо правонарушения и сказал, что будет бороться, чтобы очистить свое имя. Затем он бежал в первые дни войны, но был пойман в апреле и теперь ожидает суда. Адвокат Медведчука Татьяна Жуковская отказалась от комментариев в этом месяце, заявив, что не может этого сделать, пока Украинский суд не вынесет решение по делу об измене в отношении ее клиента. Когда они начинали 24 февраля, ставилась задача взять Киев, сказал украинский сотрудник безопасности. Они ожидали, что это приведет к эффекту домино, который распространится по всей стране. Они бы взяли сначала центральную власть, а потом усилили бы присутствие в регионах. По словам украинских официальных лиц, в рамках этого плана ФСБ подготовили как минимум два пророссийских правительства, а не одно, как предупреждало британское правительство. Официальные лица Украины заявили, что неясно, почему Россия мобилизовала две группы, хотя некоторые предполагают, что Путин, возможно, просто хотел вариантов. Одно, размещенное в Беларуси, было сосредоточено на Януковиче. 7 марта в Минске приземлился самолет, принадлежавший бывшему президенту Украины. Его прибытие было расценено как признак того, что Россия может попытаться восстановить в должности политика, которого кремлевские чиновники до сих пор называют после его свержения в 2014 году законным лидером страны. Затем Янукович направил Зеленскому открытое письмо, которое транслировало Российское государственное информационное агентство – в котором он сказал украинскому президенту, что его долг остановить кровопролитие и любой ценой достичь мирного соглашения. Согласно данным, перехваченным украинской разведкой, в течение следующей недели начальник службы безопасности Януковича трижды разговаривал со старшим офицером украинского подразделения ФСБ. Янукович не ответил на запросы о комментариях. Его бывший премьер-министр Николай Азаров, заявил в телефонном интервью The Washington Post, что любые предположения о том, что Москва пытается организовать возвращение Януковича к власти, являются, цитата, «полной чушью». Конец цитаты. Вторая группа, в которую входили бывшие члены правительства Януковича, собралась на юге востоке Украины, когда территория перешла к российским войскам. Среди них был Олег Царев, бывший ведущий член партии Регионов Януковича, который заявил о своем присутствии в Украине в сообщении в приложении Телеграм, заявив, что цитата Киев будет свободен от фашистов. Конец цитаты. Телефоном интервью The Washington Post в прошлом месяце Царев сказал, что в первые недели войны он даже переезжал в окрестности Киева, путешествуя с так называемыми «друзьями», которых он отказался назвать. На вопросы о том, участвовал ли он в каком-либо заговоре с целью захвата власти, он отвечать не стал, сказав лишь, что, находясь за пределами Киева, цитата, «у меня ни с кем не было договоренностей о новом правительстве». Конец цитаты. Почти все разведывательные службы, участвующие в анализе, допустили последовательные ошибочные суждения. Американские спецслужбы предвидели намерения Путина, но недооценили способность Украины противостоять натиску, ошибка из-за которой Соединенные Штаты поначалу не решались отправить тяжелое и современное вооружение. Украинские службы, похоже, слишком много поставили на признаки того, что российские войска были плохо подготовлены к полномасштабным боевым действиям, сопротивляясь предупреждениям Запада о вторжении, которое прорвалось до нескольких миль от столицы. Сбои российской разведки в Украине кажутся более систематическими. Ее работа страдает от ненадежных источников из-за отсутствия стимулов сообщать Кремлю суровую правду и в результате хронической предвзятости, соответствующей пренебрежительному отношению Путина к стране. ФСБ подпитывала эту ситуацию, по словам чиновников, с помощью оценок, составленных в угоду Кремлю, и источников, у которых были свои причины – политические и финансовые для поощрения свержения России и киевского правительства. Конфиденциальные отчеты Московского института стран СНГ, аналитического центра, имеющего тесные связи с ФСБ, подтолкнули Москву к восстановлению контроля над своим соседом. В отчете, полученном The Washington Post в начале 2021 года, говорилось, что это единственный способ, цитата, «избавить Россию от вечной угрозы, исходящей от марионеточного государства, готового выполнить любой приказ вражеских сил Запада». Конец цитаты. Директор института Константин Затулин в телефонном интервью настаивал на том, что выступал против применения военной силы против Украины и возлагал вину за так называемые «завышенные ожидания Кремля» о а результатах вторжения на преувеличение союзников Кремля в Украине. Главным среди них был Медведчук – который в начале 2000-х занимал пост главы президентской администрации, прежде чем накопить состояние в бизнесе и стать одним из лидеров главной пророссийской партии Украины. В отличие от других украинских деятелей, Медведчук был в прямом контакте с Путиным, по словам официальных лиц, которые ссылались на отслеживаемые сообщения. По словам официальных лиц, его голос был самым заметным в хоре кремлевских союзников, уверяющих Москву, что Зеленский слаб, что его правительство рухнет и что российские силы будут приветствоваться украинским народом. В последние годы Медведчук, похоже, использовал свою бизнес-империю, чтобы заложить основы для действия России против Киева. Его телеканалы регулярно критиковали Зеленского и транслировали пророссийскую пропаганду, включая дискредитирующие заявления о том, что у Соединенных Штатов есть биолаборатории в стране, чтобы помочь Украине в разработке биологического оружия. По словам официальных лиц, его компании, в том числе доля в нефтеперерабатывающем заводе на юге России, служили каналом для денег, которые текли к пророссийским силам и поддерживали заговоры с целью дестабилизации киевского правительства. По мере того, как его деятельность становилась все более наглой, Соединенные Штаты и Украина выступили против его сети. Министерство финансов США, которое ранее наложило санкции на Медведчука, в январе преследовало ключевых партийных помощников, обвиняя их в сотрудничестве с российской разведкой в попытках, цитата, «захватить украинское правительство и контролировать критически важную инфраструктуру Украины с помощью оккупационных сил». Конец цитаты. Один из попавших под санкции соратников, Олег Волошин, отрицал, что он или Медведчук заранее знали о плане российского вторжения или что они стремились свергнуть правительство Зеленского. В телефонном интервью The Washington Post в прошлом месяце Волошин обвинил в войне Зеленского, заявив, что репрессии против Медведчука и его сторонников вынудили Москву защищать своих союзников. Цитата. Выбор всегда заключался в том, чтобы стать нейтральным, добровольно или стать нейтральным насильно, сказал он. Я не говорю, что это хорошо или плохо, это просто реальность. Конец цитаты. Почти сразу война не оправдала прогнозов Медведчука, и именно его политическая сеть, а не Зеленского, в конечном итоге закрылась, и страну покинуло около дюжины высокопоставленных партийных чиновников. Последующее пренебрежение Медведчука в Москве было одним из немногих видимых признаков раздражения Путина. После того, как в середине апреля Медведчука снова поймали, украинские власти предложили отправить его в Москву в рамках обмена пленными. Но официальные лица заявили, что Кремль не проявляет интереса ни к какой сделке, которая могла бы освободить олигарха. Медведчука часто изображали до войны в безукоризненно сшитых костюмах на встречах с российским лидером, а на недавних фотографиях, опубликованных Украиной, Медведчук изображен в тюремной форме и в наручниках. Для Кремля, цитата, он предатель, потому что забрал все деньги и не дал никаких результатов, конец цитаты, сказал Константин Батоский, который был советником донецкого губернатора до того, как регион был захвачен пророссийскими сепаратистами. «Медведчук — это сыгранная карта. Они больше никогда не будут его использовать», — сказал Батоский. «Он не хочет сейчас ехать в Россию, потому что ему зададут самый неприятный вопрос на свете», а как же деньги, куда они делись? Один из наиболее загадочных аспектов просчета России заключается в том, что ФСБ получила информацию о том, что война с Украиной не будет легкой прогулкой. Согласно копиям, полученным украинской разведкой, недавние опросы, проведенные организацией, имеющей тесные связи с ФСБ, показали, что Путин крайне непопулярен в Украине и что идея о том, что российские войска будут приветствоваться, была фикцией. Опрос, проведенный в апреле 2021 года фирмой Research and Branding, показал, что 84% украинцев расценивают любое дальнейшее вторжение российских войск как оккупацию, и только 2% рассматривают такой сценарий как освобождение. Согласно 26-страничному документу, с которым ознакомилась The Washington Post, во время второго опроса, проведенного в конце января всего за несколько недель до войны украинцев очень подробно опрашивали о сценариях вторжения. По словам украинских официальных лиц, он был заказан и передан Сивковичу, бывшему помощнику Януковича, которого обвиняют в использовании спящих агентов возможно ли была так называемая «большая война между странами», спрашивалось в вопросе. Были ли люди, цитата, «обеспокоены за себя и своих близких», конец цитаты, «в связи с наращиванием российских войск? Способна ли украинская армия отразить вторжение?» Самый острый вопрос появляется ближе к концу опроса. Цитата «Готовы ли вы защищать Украину в случае такой необходимости?» Конец цитаты. Всего утвердительно ответили 48%. Украинские официальные лица заявили, что это число следовало интерпретировать как знак решимости, показывающий, что миллионы граждан готовы взяться за оружие против России. Однако ФСБ, возможно, сделала другой вывод из тех же данных, полагая, что только меньшинство граждан Украины привержено делу защиты своей страны. Неясно, точно ли результаты этих опросов были переданы в Кремль по телефону. Эдуард Золотухин, директор Research and Branding, попросил The Washington Post прислать письменные вопросы, но не ответил. Последствия для ФСБ было трудно установить на фоне блокады информации, которую навязал Путин российским СМИ. Ранее сообщение о том, что беседа, ответственная за украинское управление ФСБ, был понижен в должности или даже заключен в тюрьму, Скептически воспринимаются американскими и другими представителями разведки, которые говорят, что не видели никакой информации, позволяющей предположить, что кто-либо из руководителей российской разведки столкнулся с такими последствиями. У нас есть довольно веские основания полагать, что он все еще на работе, сказал высокопоставленный американский чиновник о беседе. Также, по словам чиновника, нет никаких признаков того, что глава ФСБ Александр Бортников был привлечен к ответственности за неудачи своего ведомства. Высокопоставленный российский политик, имеющий тесные связи с Кремлем и ФСБ, также заявил в интервью, что Беседа продолжает выполнять свои обязанности. В других сообщениях указывалось, что Путин отодвинул ФСБ на второй план из-за ее неудач и возложил большую ответственность за Украину на ГРУ, связанное с военными. Украинские официальные лица говорят об обратном. «Я не разделяю эту точку зрения», — сказал один из чиновников. ФСБ не справилась с поставленной перед ними задачей, но они продолжают работать. Не с таким энтузиазмом, но они продолжают. Украинские официальные лица сослались на недавние разведывательные данные, указывающие на то, что ФСБ, как и российские военные, перегруппировались, сосредоточив свое внимание на территориях на юге и востоке, которые были уничтожены российской артиллерией. Сейчас мы видим, как это происходит в Мариуполе, Мелитополе, Херсоне и других городах, захваченных российскими войсками, сказал представитель украинской разведки. Чиновники ФСБ налетают, чтобы реализовать вариант схемы, которую агентство изначально планировало для Киева. Цель ⁇ политический контроль, экономический контроль, контроль над преступными группировками, всеми сферами деятельности на захваченной территории. — сказал сотрудник разведки. Конечная цель — установить пророссийскую власть. Херсон, первый крупный город, захваченный российской армией, теперь дает леденящую душу представление о том, какой могла бы быть жизнь, если бы Россия захватила столицу Украины. Мэр города Игорь Колыхаев был арестован в июне после того, как неоднократно отказывался сотрудничать с российскими оккупантами, и его местонахождение неизвестно, сообщил помощник мэра. Его заменил Александр Кобец, бывший офицер КГБ, который также когда-то работал в СБУ. Бывший помощник мэра Галина Лешевская заявила, что не менее 300 жителей числились пропавшими без вести, когда Калыхаев был отстранен от должности в апреле. Более поздние оценки как минимум в два раза больше. По ее словам, многие другие были арестованы и около половины 300-тысячного населения города бежали. В недавнем отчете Human Rights Watch задокументированы десятки случаев пыток среди жителей Херсона. У ФСБ нет формы, поэтому никогда не знаешь, кто рядом с тобой стоит, сказала Лишевская. Для ФСБ здесь рай. Они могут заставить любого делать то, что они хотят. Украинские официальные лица заявили, что ФСБ участвует в планировании референдума, который послужит предлогом для присоединения города и его окрестностей к России. Но Украина начала перебрасывать силы для крупного контрнаступления, чтобы отбить Херсон. По словам украинских сотрудников безопасности, поскольку конца войны не видно, работники ФСБ перешли на трехмесячные смены. По словам украинских сотрудников безопасности, Коваленко, оперативник ФСБ, который наводил справки о квартире на берегу реки в Киеве, уехал в Россию со сломанным пальцем и явным беспокойством по поводу внедрения агентов Украины в его управление. В общении с родственниками, за которыми следила украинская разведка, он рассказывал о смене телефонов, смене адресов в Москве и даже о продаже семейных автомобилей. Затем, в конце мая, он сообщил, что его отправляют обратно в Украину для другого задания. Один из родственников отреагировал на новость русским ругательством. Украинские официальные лица заявили, что им не удалось установить текущее местонахождение Коваленко. Вы смотрите «Рашкин репорт». У микрофона был Юрий Рашкин. Ну и как всегда, пишите, откуда вы слушаете и смотрите нас. Спасибо всем, кто уже это делает. И спасибо всем, кто поддерживает «Рашкин репорт» на Патреоне. Вы мои герои. Слава Украине и God bless America.